К международному фестивалю лидерских активов присоединились Рига, Рязань и Кандалакша. Московский район Петербурга в 15 раз собрал более 200 единомышленников на одной сцене. Новое поколение выбирает активный образ жизни, творчество и дружбу. Почти 8 лет назад в молодежном подростковом центре «Московский» появился лидерский клуб. Новаторский по тем временам, потому что учили там вести за собой, объединяться и объединять. Воспитанники накопили опыт и стали им делиться, организовали фестиваль. Поначалу он был, что называется, для своих, а сейчас приезжают команды не только из разных районов Петербурга, но и других городов и даже стран. Тут такая атмосфера, которую нельзя повторить ни в каком любом другом месте. Я сюда приезжаю также для того, чтобы набраться опыта и перенести эту атмосферу в нашу страну, в Латвию. Латыши стали постоянными гостями в Московском районе. Да и наши активисты уже не первый сезон проводят в летнем лагере в Риге обучающую программу. А еще на фестиваль в этом году впервые прибыли команды из Рязани и Кандалакши. В течение 3 дней участники творили, создавали видеоролики на социальную тему, танцевали, учились работать в команде. Отдельное время было посвящено такому направлению, как добровольчество. Основной костяк участников – лидерские активы, но приходят и подростки, например, состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Для них здесь открывается другая жизнь и возможность проявить таланты. Организаторы планируют расширять географию фестиваля, чтобы еще больше участников могли обогатить свой организаторский опыт.